Вейланд Інтернешнл. Поэтому я и говорю, что рейтинги главный показатель моего бизнеса. Спасибо, что пришли. Мистер Вейланд, я не понимаю, зачем она здесь. Я буду говорить за себя, сэр. Я подвел вас и опозорил корпорацию. Расслабьтесь. Странно, что эти звери не убивают друг друга ежедневно. Я позвал вас, так как этот инцидент обернулся кошмаром в прессе. Я что-то смешное сказал? Нас смотрят 48%. Против прежних 7% зрителей.